Эксклюзив. Я больше ни с кем не хочу говорить, если честно. Все надоели. А не знаю, когда это выйдет, но надеюсь, скоро. Просьба не домогаться. Подзаебала эта тема. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. И вижу, как думает, так сказать, глубинный народ. Я его в глаза не видел. Нахрен он мне нужен? И мы большую экономику развиваем, как в Англии. Категорически не согласен. Ну, окей, мы не знаем. Но это такая натянутая на глобус вообще, ну, ерунда. Я с ним не общаюсь. Я даже не общаюсь с тем, с кем он общается. Это неблагонадежный, какая-то белая ворона. Учился там в Сан-Франциско, жил 6 лет, в Беркли. Я делал то, что я мог делать. Ты можешь от меня сколько угодно требовать, что я должен был бы ходить. Это вообще, конечно, верх кощунства. Ну, это пиздец какой-то просто. Ну, сколько можно? Окей? Я сказал. И много что сказал. Не надо мне, пожалуйста, это предъявлять. Не принимай. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться. Ну, давайте мечтать. А можно быть реалистом. А реалистично это никогда не будет. Ошибся? Да. Ну, ты меня прощаешь или нет? Вероятно, да. И скорее, да. Но ты понимаешь, я никого не хочу осуждать. Потому что кто-то намеренно избегает. Кому-то это неинтересно. Вот мне неинтересно. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они неинтересны. Я не хочу с ними разговаривать. Не хочу. Я это не понимаю. Мне это неинтересно. Вот мне лично это неинтересно. За других сказать не могу. Круто! Это же круто! Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. То есть я, во-первых, процесс эти многие не понимаю. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты. Ну, как бы, это народ. Я могу пренебрежительно о нем говорить. Или, это мы, это наши люди. Но, к сожалению, ты видишь, что творится в массовом сознании населения. Типа, выродок ты откуда ты такой? Ты же наш, сибирский. Почему такой выродок? Болтовня. Хватит эту болтовню слушать. Ну, в общем-то, да. Но как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я думал, это просто что-то какое-то там, ну, знаешь. Ну, естественно, я в это поверить не мог. Ну, мне взяло где-то 48 часов как бы осознать вообще, что происходит. А я подумал следующее. Простите за пафос. Думал, боже мой, хочу видеть внуков. Боже мой, хочу выжить. Ну, что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Мне не надо никаких миллиардов, я ничего не хочу. Я не хочу это видеть. Я хочу про это сказать всем. Да, мне было страшно. Но я это сделал. Ну, что-то... Ну, где-то там, да, не принципиально. Скорее всего, бюрократическая просто спешка. Они меня всунули, не разобравшись, кто я есть. Я это мнение слышал. Да никак не отношусь. Люди всегда склонны искать какие-то, так сказать, оправдания. Это у всех такое вот есть понимание, что кто-то что-то сказал или не сказал. Это так не работает. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну, понимаешь, да? Это была моя идея. Окей, 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 я заткнулся. Будет, скорее всего, ядерная война. Ну, очевидно, да? Какие решения-то? Додавливать как? Я не знаю. Ну, я как будто не совсем понимаю, как это работает. Поэтому я какие-то варианты предложил. Ну, я, наверное, был дурак, что это предложил. Что-то я не то предложил, простите. Будет плохо. Я не высказаться не могу. Я должен высказаться. Соответственно, я понимал, что будут наезжать. Ну, я сыкло или я не сыкло? Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Я не хочу с этим говном жить. Я всегда найду какие-то опции, господи. Ну, чтобы что? Я этого не понимаю. И я говорю, а чё ж так-то? Где я? Зачем? Там сказать. Ну, как бы, кому он нужен? Великая компания. Супер гуд. Сомнительно, но окей. It's okay. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Я с ним не разговаривал после всего этого. Не разговаривал. И я знаю только одно. Он мне никогда ничем не помогал. И никто мне не может это предъявить. Я понимаю, о чем ты говоришь. И вот что мне сейчас с собой сделать? Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать,
Иди нахуй. Прав я или не прав? Не прав. Он все равно же нездоров. Вот объективно. Он же нездоров. Давай-то переиграем.